Значит, эту идею пришло людям из Гренобля в армянской общине Ари Парей Кочари. Иди станцуй Кочари. Народный танец армянский. Вот, и назначено 26 числа мая в 5 часов вечера, чтобы по всему миру все армяне танцуют этот танец. И мы решили тоже участвовать в этом флешмобе в Таллине на Ратушной площади, станцевать всей диаспорой Ари Пари Кочари. Из разных городов приехали, вот даже сейчас мы встретились гостей из Армении, из Риги приехали. Вот. И у нас в Эстонии из Таллина, из Виленди приехали. Ну, сколько будет людей, я не могу сказать, потому что это флешмоб, было объявлено об этом. Сколько людей придут, мы увидим, когда будет конкретный танец. Ну, рассчитываем на много. Сегодня, 26 мая, объявлен всемирный всеармянский флешмоб. Сегодня все армяне будут танцевать кочари. Кочари будут танцевать 111 коллективов из Армении и диаспоры. Инициаторами являются представители французской диаспоры. И, в общем, получается, что более 50 стран, более 66 городов, 111 коллективов и одна нация. Это то, что нас объединяет. Танец кочари внесен, признан, да, ЮНЕСКО как армянский этнический танец. И сегодня на площади Свободы в Армении, на главной площади республики, также будут танцевать кочари.
Таллин из разных городов Эстонии, армяне и не только армяне, танец кочари вместе с ансамблем Тайк. Это ансамбль армянских этнических танцев, который был создан Давидом Натакяном 2 года назад в городе Тарту, когда он учился в постдокторантуре. И сейчас мы как бы зараженные этой идеей и народными танцами.